Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня роллинг. Мы на аккаунте моего подписчика с ником Кулсары. Необычно выйти зеленых юнитов, стрелков этих, которые относятся, в принципе, к героям. Ну, к битве замков на основных этих они показаны. На основных баннерах игры. В общем, у нас роллинг. Атерау называется, я не знаю, там Медведь лови Феникса. Сейчас словим. Либо Феникса, либо Космо надо нам словить. Кидайте заявочки, вступайте. Русский Android сервер. Гильдия активная 75. 75. Бездонатный аккаунт, абсолютно бездонатный аккаунт. Поехали посмотрим, что у нас здесь интересного есть. Так, Роза. Донатная Фобос Космо. Королева Ос. Ледяной Феникс. Оккультист. Землеройка. Асура. Махатма. Скиталис. В общем, есть кого выбивать, я скажу так. Аккаунт. Хоть и такой уже 340, видимо, что старенькой школы. Бездонатный. Поехали посмотрим, что у него делается вообще в алтаре по героям. Самому интересно, как живут без доната на ру. Блин. Я считаю, что это было сделано зря. Десятку. Тут можно было даже восьмерку оставить. Этого бы хватало. По сути, все равно она будет хилиться на фул. Восьмерки хватает с головой. Ну, качнул десятку. Так, Ронин хорош, Стрелок хорош, Атлант топчик, Тыковка с исцелением уже должна по идее быть. Я надеюсь, мы больше нигде здесь исцеления не увидим. Так, топчик, топчик. Ну, Водушку на фарм локации, в принципе, как вариант качать, если нету. Ну, БВшка это такой вариант. Не оптимальный, живо, восьмая утекание, это, конечно, бессмысленно было качать. Так, здесь, наверное, был Рылев. Так, Ремочка. Купидончик, Купидончик. Ну, это лучше не качать. Ожоги. Да, дальше герои у него уже такие. Хотя Ремочка он есть. Ну, такое. Ремка, Ремка. Так, что у нас еще интересного тут есть на аккаунте, на архиве у него героя не собран. В общем, задача у нас, ребят, очень простая. Космо или Феникс. Рынок, конечно, сегодня охрененный. Вот, честно скажу, Мэри, блин, реально радует. Окей, let's go. Let's go, let's go, let's go. Где там наш алтарь? Можно, в принципе, отсюда заходить. Поехали. Шаман. Нету сегодня никаких акций. Нету ничего. Сердцеедка. Дракас. Варлок. Друид. Вот чувствуется нотка, знаете, чувствуется нотка бездонатного аккаунта, когда на аккаунт падают простые обычные герои. Так, слоты. Седна, ну хорош, Седна это хорошо, еще одна это еще лучше, укротить Эргину, понеслась жара, смерть, Фоба, вот так вот, ребятушки, Фобушка, отлично, Фоба, 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 ну я скажу для PvP герой, то что надо, поздравляю, первый недостающий есть, поехали, поехали в рейд, проверим его фрейку, с десятым выживанием, я не знаю, какой смысл выживания вообще качать? По сути, там усиление. Держится. Она, конечно, держится. Я тут, скорее всего, его героя посливают сейчас. Может и есть смысл, я давно уже не смотрел, сейчас зайдем посмотрим, что там выживание на десятки дает. Может это я уже стал нубасом.
Полторы на восьмерке, три, три, ну, восьмерка, девятка, десятка, три, 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 1700% от атаки этого хватает с головой. Ну, просто не было куда кинуть, реально, деть девятая, десятая руны таланта. Так, ладненько, поехали. Первый герой у нас есть, это радует. Рыцарь. Гаргул. Блин, как классно рыцари падают. Вуаля, второй герой недостающий. Королева Ос. Ну, это, конечно, Атлант, это имба. Это, конечно, круто, но это не то, что нам надо. Мне понравилось, он написал. Нужны новые герои Феникс, Космо. На складе ничего нет. Типа мы сейчас не зайдем на склад и не увидим, что у него здесь есть пятые и шестые сундуки. В принципе, там ничего такого интересного не выпадет, то, что нам надо. Блин, вот я не знаю, конечно, зря он фраю качнул. Может, в принципе, она где-то и топовая в его-то топе, в принципе, может быть, но я бы лучше кому-то другому десятку качнул, тому же самому ворожаю. Либо Анубису, либо Бугимену. Сейчас посмотрим, затащит он или нет. Тут Махатма с Эдхилом. Мохнатка. Эх, ладно, поехали дальше. Так, если пришла бочка, значит где-то должен быть скоро либо фен, ну, заклинательность. Еще одна королева Ос. Да вы издеваетесь. Нам нужен Феникс либо Космо. Дед Мороз, призрачный всадник. Ну, где-то, вы чуете, да, где-то рядом они. Дед Мороз, там все дела, зимушка, зима, ни хрена не падает. Блин, ну падают, конечно, герои хорошие, но и нападало нам лег нормально. Но что-то пошло не так. Блин, 13-я Фрея без доната, ребят. Мне там ребята писали, нереально 13-ок собрать без доната. Вот ребята уже пособирали. Фрея против Фреи, кто кого. Походу, вечный бой. Так, ладно, нам надо сейчас затащить. Надо слить базу, по-любому придет за 10к нам какая-то имба. Фобушка уже сам по себе имба. Две королевы Ос. Что еще надо? Может, на битве гильдии хватает ее, не знаю. Психощит, в принципе. Так, ну что, поехали. Дракос-сракос, капитан Дрейк. Неплохо так сразу насыпали леги. Купидон, Валентина, добрый вечер. Ребята, у нас осталось 5к. Душегуб, ниндзя, Афина. Блять, вот легенды реально крутые падают. 2, 150, 150 и ни хрена. Ну... Что могу сказать? Нифига себе, он тут мажорчик, смотрите. Минотавр, 56 опликов Минотавра.
Ты чё, это надо было обменять уже давным-давно. Спалился, это ж так, ребята, без доната собрал. Хотя нам вроде давали же на Минотавра, на Минотавра давали облик, который без донатом по сути нахрен не нужен. Ну не знаю, что получилось, то получилось. Фобушку вытащили, две королевы ОС, все, что мог сделать, но, к сожалению, увы. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.